Привет всем. Этот ролик немножко нестандартный. Я не рассказываю, в принципе, ни о домах, ни о земле. А хотел с вами немного прогуляться вдоль пляжа. Да, и сказать, сегодня у нас 4 февраля. 4 февраля. На улице 10 часов утра. Температура воздуха около 10 градусов воздуха. Около 10 градусов Цельсия. Вот. Чудесное чистое море. Я нахожусь в Лоо. На пляже. Никого нет, потому что зима. Вот. Но, тем не менее, о чем я хотел рассказать. Смотрите, в Сочи земля дорожает с каждым днем. В Сочи, я имею в виду, это Хостинский район, Адлерский район тем более, и Центральный район. В Центральном вообще практически земли нету, особенно если говорить около моря. Либо она стоит уже непомерно больших денег, и экономически она практически себя оправдывать будет очень и очень долго. Но берем Лазаревский район. Тут хорошие пляжи. Как вы видите, они практически без волноломов. Ровные, аккуратные. И тут есть хорошие перспективы развития. Если вы, допустим, хотите построить гостиницу, гостевой дом или просто переехать и спокойно гулять до моря пешком, не ездя на общественном транспорте, Лазаревский район, конечно, вот это все позволяет сделать. Есть у нас участки, есть у нас дома в очень недалеком плане расстояния от моря. В общем, надо пересмотреть этот взгляд на Лазаревский район. Тут хорошо, море шикарное, море чистое. И если вы планируете заниматься здесь бизнесом, тут летом очень много людей. Потому что, в принципе, гражданам России, которые приезжают на недельку, на две отдохнуть, поваляться у моря, не критично находиться в Сочи. В Сочи дорого. Вот. Не всем это по карману, да и не всем это нужно, потому что там очень много летом туристов. А, например, вот здесь, в том же Лоо, хорошая транспортная доступность. Захотел в Сочи съездить, сел на электричку, через полчаса ты в центре Сочи. Поэтому, если ищете что-то именно перспективное, именно недорогое, пожалуйста, звоните. Я с удовольствием вам этот вариант подберу, либо предоставлю из того, что уже имеется.